Инспекторы ГИБДД проверили водителей маршрутных такси. Накануне прошло профилактическое мероприятие под названием «Автобус». В первую очередь сотрудники госавтоинспекции обращали внимание на наличие у водителей всех необходимых документов, а также на соблюдение масочного режима. Без нарушений не обошлось. Профилактический рейд на территории города проходил с 10 утра и до 13 часов дня. Водители маршрутных такси, сотрудники госавтоинспекции проверяли сразу на двух участках. Автомобили останавливали один за другим. Сотрудники госавтоинспекции обращали внимание на наличие у водителей необходимых документов, проверяли, установлены ли в транспортных средствах тахографы. Такими приборами контроля должны быть в обязательном порядке оснащены междугородние автобусы и большегрузы. Водитель автобуса, прибывшего в Магнитогорск из Челябинска, об этом знает отлично, предписание не нарушает. А вот про масочный режим, по-видимому, забыл в салоне. Он находился без средства индивидуальной защиты, в отличие от своих пассажиров. За административное нарушение на водителя был составлен протокол. Также в ходе рейда сотрудники госавтоинспекции проверяли исправность транспортных средств с помощью специального прибора люфтомера. Первоначально прибор подключается к колесу, датчик считывает от диска. Сейчас устанавливаем на руль, будем смотреть рулевое управление. Суммарный люфт составил 5,5 градусов при допустимой норме в 20 градусов. У водителя все хорошо. Если бы люфт в рулевом управлении превышал допустимые нормы, транспортное средство отправилось бы на штрафстоянку. Рейды по маршрутным такси носят профилактический характер и проходят в городе регулярно. Их актуальность и необходимость продиктована цифрами статистики. Только за последние две недели в городе произошло сразу два резонансных ДТП с участием пассажирских микроавтобусов марки «Луидор». В обоих случаях от удара транспортные средства оказались опрокинуты, и только по счастливой случайности ни в одном из происшествий не пострадали люди. В текущем году сотрудниками госавтоинспекции выявлено более 4000 нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями, перевозящими пассажиров на коммерческой основе. С помощью технического средства «Люфтомер» проверено 406 транспортных средств. Выявлено 5 нарушений. Выявлено более 800 нарушений правил перевозки пассажиров и более 600 фактов управления транспортными средствами с технической неисправностью. В ходе текущего рейда сотрудниками госавтоинспекции было выявлено 36 нарушений водителями правил дорожного движения, а значит, ровно 100 Только же возможных аварийных ситуаций было предотвращено. Евгения Солохудинова, Виктор Исаев, телекомпания ТВН.